а потом вот столько навернули вокруг этого. Ну, вот мой коллега Сергей Владимирович Иванов выходит и говорит, вот волк, который растерзал собак. Коллеги, на волка с собаками не охотятся, потому что волк всегда побеждает, он сильнее собаки. Собаку нельзя отпускать для того, чтобы она пыталась противостоять волку. Это тоже жестоко по отношению к домашнему животному, к другу. Поэтому нельзя этого делать. Это вот когда мы начинаем такие вещи здесь показывать, это знает каждый охотник.